Всем привет, дорогие зрители! В районе Махмутлар нашел двухкомнатную квартиру, просторную, 1+1, с застекленным балконом. Также у этого проекта есть хорошая инфраструктура. Вот такой балкон покажем. Вид у вас этот не закроется, так как уже везде все достроено. Это улица Ататюрка, рядом есть вся инфраструктура, сеть магазинов Migros. Там SSS Mavi магазин впереди, позади этого проекта у нас вторичный рынок. Так что высокий этаж, квартира продается пустая, айда тут 150 лир. У нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Здесь жилая площадь 48 квадратных метров, как минимум. С балконом вместе, если посчитать, то 57 квадратных метров. Так, покажем и с этой стороны. Стоит у нас кондиционер Vestel, старенький, нужно поменять. Кто-то там стучится, ремонт в какой-то квартире. Здесь у нас санузел. Вот. И здесь у нас спальня. Тут как минимум 11-12 квадратных метров, так как встроенный платяной шкаф. Сейчас я посмотрю, насколько он глубокий. Вот. Так. И здесь вид на соседнее здание. Сторона северная, но спальня запад, запад и север. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам всю инфраструктуру. Самое главное, дорогие зрители, цена этой квартиры 62 500 евро. Я спускаюсь вниз. Итак, дорогие зрители, вот здесь коридор. У нас два лифта тут. Вот. Такой коридорчик. Свет. Так. Лифт закрывается. Открывайся. Не открывается лифт. Кое-как поймал лифт. Вот такой интересный лифт у нас. Спустимся вниз. Короче, дорогие зрители, хамам, сауна закрыты. Они работают по субботам для женщин, воскресенье для мужчин. С 5 до 8 вечера. И также есть у нас кикбокс-зал внизу. Вот такой здесь вход в это здание. И вот огромный бассейн с аквапарком. Там беседка, зона барбекю, теннисный корт у нас. Так. И еще есть крытая парковка у этого здания. Ага. 62 500 евро. 1+1 в районе Махмутлар. Расстояние отсюда до моря 463 метра максимум до воды Средиземного моря. Вот такое здание, которое сдан в 2016 году. Итак, сейчас зону барбекю покажу. И также цветочки тут у нас есть. Дорогие зрители, пишите, звоните на номер плюс 90-555-064-91-10. WhatsApp, Telegram, Viber. Жду ваших звонков. Всем пока-пока.